торжественной обстановке с песнями и танцами в Ульяновске открыли новый благотворительный склад. Он располагается в торгово-офисном здании. Это дом номер 5 на улице Хрустальной. Уже в день открытия полки были заполнены детскими вещами, игрушками и одеждой. Активисты общественного движения «Благодарю» воплощали идею совместно с региональными политиками и военными. Это наши межвидовые гарнизоны, которые на Тухачевского 19, они нам помогли с транспортировкой. Это, наверное, самое сложное – перевести металлические стеллажи из Заволжья сюда, в Кендяковку. После объявления об открытии склада жители региона стали активно приносить вещи. Галина Чиндина приехала из Барыша специально к церемонии открытия. Мне хочется помочь другим людям, нуждающимся, которые просят о помощи, но в основном стараются об этом умалчивать, потому что не всегда есть возможность кому-то пойти в магазин или даже в интернете посмотреть что-то. То есть вот хочется помочь тем, кто не может позволить себе какие-то блага цивилизации, в том числе одежду, обувь, предметы гигиены даже. Работники склада принимают одежду и обувь в хорошем состоянии, игрушки, коляски, средства гигиены, материалы для творчества и спорта, продукты длительного хранения, работающую бытовую технику. Склад будет работать каждое второе и четвертое воскресенье месяца с 10:00 и до 13:00. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.